Красочный снаружи и удивительный внутри. Ладушки на Южном шоссе 41 построены по самым современным требованиям. 16 групп способны принять 350 детей. 4 группы ясельные. Увеличить число мест для детей раннего возраста – один из пунктов нацпроекта демографии, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ладушки способны принять даже тех воспитанников, которые имеют особенности развития. Некоторые уже занимаются коррекцией речи с логопедом. Вообще, развитие в садике предусмотрено всестороннее, но обязательно в самой увлекательной для детворы форме – игровой. Оценить долгожданный для города объект лично приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ну, видите, один, а остальные? Да их трогать. Можно? Да. Возьмите его и поднимите. Простите. Давно не играл ни во что. Я так сейчас у вас останусь. Оставайтесь с удовольствием. Так. Оставим вас. Егор, что мы дальше? Пятилетние Егор и Василиса показывают губернатору, как снимать мультфильмы и оживлять роботов, собранных в местном конструкторском бюро. На вопрос Василисе, нравится ей больше в прежнем или новом садике, девочка, не раздумывая, отвечает. Тут больше нравится. А почему? Потому что тут все по-другому. По-другому – это значит много удивительных игрушек, объясняют малыши. Здесь есть конструкторы лего, игрушки для развития мелкой моторики и даже сенсорная песочница. Здание, музыкальные игровые залы, кукольный театр, географическое общество, центр робототехники и мультипликации. Во дворе – футбольные и волейбольные поля, песочницы, горки и качели. Летом занятия спортом будут проходить на свежем воздухе, а в холодное время года – в просторном спортзале. Отличный зал. В комнатах ребят установлены удобные кровати, поддерживается комфортная температура, а на окнах предусмотрены жалюзи, чтобы дневной свет не тревожил сон малышей. Медицинский кабинет тоже особенный. Особенность конкретно этого медицинского кабинета, посмотрите, имеется смотровое окно, где если ребята заболели, то медик может в любой момент наблюдать до приезда родителей. Родители, кстати, в любой момент могут проведать своего ребенка. Виртуально. Каждая группа оснащена видеосвязью. С папами и мамами глава региона пообщался после экскурсии по детскому саду и признал, что «Ладушки» уникальны в целом для региона. Там два игровых, спортивный, полноценный. Вот такого спортивного зала я ни в одном саду не видел. Но, и, конечно, по набору оборудования. Просто вот тоже там некоторые вещи. Много садов, как вы понимаете, посмотрел. И в том числе, слава богу, новых, потому что мы там в том году 20 садиков построили. В этом году, вот, слава богу, этот. Напомним, в Тольятти в прошлом году создали почти 600 дополнительных мест в дошкольных учреждениях и построили два новых детских сада – Солнечный в микрорайоне Калины и Росточек в микрорайоне Жигулевское море. С начала этого года количество дополнительных мест для детей раннего возраста в детских садах города увеличилось уже более чем на 300. И, наконец, открылись «Ладушки». В планах строительство двух детсадов в 14-м А-квартале и еще одного в растущем микрорайоне Калина. Дмитрий Азаров, прощаясь с воспитанниками «Ладушек», подарил им конструкторы и оставил напутствие на стене пожеланий. Иди покажи им, вертушку. Покажи им. Иди показывай. Давай. Демик, тебе в садике нравится, скажи? Нравится. Да, да. Очень. Да, я тоже покручу немножко, да? Ия Гречман, Евгений Черемин, новости Тольятти.